Прибытие на утреннем поезде из Москвы и торжественная встреча с оркестром. На платформе волонтеры, руководство региона и представители областного комитета спорта и туризма. Для дорогих гостей традиционный каравай. Широ вітаю вас на нашей берестейской земле. Знак пошаны. Примите этот каравай. Спасибо. 34 спортсменам предстоит разместиться в гостинице и оперативно приступить к тренировкам. Церемония открытия и первые заплывы во Дворце водных видов спорта пройдут уже 10 августа. Организаторы обещают, будет очень интересно.